типа рано или поздно ты настакиваешь, что все 4 бафа получаешь. Сэш, дашь сейчас истерию из пула на меня? Так его уже, Ваня, выкачили? Не, нет. Не, ну там же писалось, типа... Нет, там они, минут, они ты будут... Ты пачку КП, ты получаешь 10% шансу прок. Не, я читал, но я просто не знал, или выкачили, или не выкачили. Вы про что? Вы про что? Комбо вообще. Сейчас комбо-то ебанутым сделаю. Ну что, мы начинаем? Да. Давай, Стэн, что ты на боссе, я положу. Вчера его бегал ботинками с твоими хуярил по целка, блядь, волны, понял, с полугорода вот эти. Да это мы проебали, блядь! Кто сделал эту хуйню? Апокал за хуярил. Чё, блядь? Нет, хуярил. Я тоже апокал показала. Во-во, блядь, я мать укачь больше всех, я, блядь, не ты, а второй, но... Ты нахуй. Твоя повесилась, это точно, тебе ещё хп снял. Вы чё, обалдели, блядь? А пока все против себя. Не, не я припоте могу нажать пару раз, блядь. Они мне травят душу. Деньги тебе он сэкономит. 50 серебра. Я так узнал, что чмыга, блин, и так денег наэкономил на припотах. И будем сейчас таких человек людей вычислять, блин. А мне интересно. Толгородские чарки в КВП работать будут или нет? Походу, думаю, нет. Пока, а потом пофиксят. Сейчас вы не написали везде? В КВП ты имеешь в виду на арене? Или в World КВП? На БГ хотя бы. Ну не знаю, ну в реалиях просто КВП, World КВП, все работает отлично. Не, ну в мире это очевидно, а ну, да. В БГ арене. Не знаю, не смотрел, могу посмотреть, сходить. Тебе так интересно. Не похуй. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ненавидей смесь! Блять, а где FDK вообще? Покажите. А, блять. Воля, да? Бедок. Воля, а что, у тебя воли своей нет или что? Слабость. Безвольный слабак. Бля, воля хороша, она как крита даст под прок, да, так как дети? Мне за этого сука не дают ее. Интересно только за сколько воля уйдет. Тебе надо было самому думать. Потому что такие тренинги надо гильдию усилять уже. Вы заебались думать только о себе. Вообще шины нужны. Я пока сейчас не насыпаю получить. Блять, в дикете барменталь обгоняет, ты это понимаешь? Это видно какая-то, блядь. Он меня правда обогнал, но это похуй. Главное, что он тебя обогнал. Нас походу сломали, блять. Это босс какие-то не такие. Да не, босс нормальный. Закиньте да не, это просто... Ладно. Да не надо, тебя ж не сломали. Хватит уже. Ладно. Блять, Андрюха, ебана, где ты вообще? Уже 11, блядь. Блядь, им бомж дали, сука. Взрыв сейчас будет. Блядь, барменталю. Бля, ну 12, да. Фобос передамажил, блядь. Еще минутку, и тебя чмыга порвал. Так, барменталю, да? Андрюх, иди на локо, все, одевай, иди локо, блин. А ты где вообще? 12 место. Они никогда не будут нервничать. Себе. Кто что-то набьет? Он, блядь, да. Этот, сука, сролил ебучий зон, блядь. Саш, не побежал, Барменталь, не туда побежал, ой, Барменталь, подожди. Крита 50%, блядь, а не бьет руник, сука, пиздец. У меня 2% крита пропало. Короче, Андрюха, смотри. Так и без кулака! Пинг 500, блядь. А я, кстати, я без кулака. Нет, кулаки у вас есть, парни, не дурите. Нету кулаков. А, не есть кулаков, есть, 2 минуты. Кстати, Саня, какого хуя, блядь, у меня грудак ко мне прилетел? Потому что я релок сделал, у меня лагает. Прям нормально лагает.
Попробуем другой сервер. Ну, короче, это можно скриншотить. Фобус передамажил легалайза. Это пиздец. Скинь ТПС, ХПС, пожалуйста. Это так не прям... Не надо, не надо. Андрей, тебе даже... Тебе даже Фирал дает за андалар 1% апа. Своего. Блять. Не, ну это позор, я считаю. Да посмотрите туплого этого, не, о, как его там зовут, сметаносного селфана, там хотя бы топ-4. Половину я уже кидал в него. Нет, ну селфан. Стреля. Я. Тебе какие-то еще шмотки нужны, потому что Марухи в первую пошел. Ну... Стой, на месте. Может, с Вальки плащ и все. Ну, ты зайдешь на Вальки плащ. Окей. Давай, Марухич, возвращайся, я пока метки расставлю. Женя, ты танчишь? Женя, ты в этом, в кукле. Давай волю епэш. Сейчас поепэшите. Подожди, пойдем пить трэш на Вальку, ну на Вану, пойдем поепэшим. Игласик, можешь даже со своими 8600 не лезть на волю. Я вообще не понимаю, нахуя воля и мой РСРС можно. Крит. Крит хоста. Срон хоть не такой. Ну там вообще интересно. Че, я тут? Я же сказал, на квартальник будет заходить. Не, не ты. Ладно, стреля, давай обратно. Вадим не заходит. Он написал, что у него свет выключили. Ну все, в любом случае надо заходить. Так пусть включит. Давай, забегай. Короче, РДшники бегайте вначале за квадратом. Сэнджик сначала босса не ведешь, как только появляется, тогда отводишь. Ну, тут, в принципе, все знают. Если не знаете, то у вас здесь делать нечего. Сейчас. Ставьте шкаф, стрелю за сумоним. Я уже тут. Сэнку закастуешь СС на Клео, эмобой на Барменталя будет, Будрева на Фобуса. Ну, это так, если... Дойдем до третьей фазы. Это на третьей фазе прям кастуйте. Все, рыбу ставлю еще раз. Там, может, кто-то вздыхал. Кушайте, восстанавливайте ману, готовность на пул. Сука, сейчас кто запулит, я уже слежу за этим. Я бы хантам не давал волю ролить. У нас ханты волю забирают и пропадают, ибо сразу же с поля зрения. Ну, три ханта, три воли, три, блядь, слимного. Они все ушли на волю. Вот и все. Волю надо давать паладинам, они не будут. Самовольный хан? Да, он самовольный стал. Иди и заходи садись в куклу, Женя. Лапу бафни? Лапни его бафни или Паша? Иди, Женя. Лапни его чисто. Лапа его полностью. Жень, иди садись, я сразу дам. Масло. Я выпил, нажал. Нет, масло, потом. Без масла. Ой. Том. Давай, друид, нахиливай, красавчик, давай. Кто желтую джагу использовал в кле? Не я в кухле. Обычно я использую, Саш, но я сейчас в кухле. Скоро будет полетело в РДДш, не в миликов, нормально, стойте. Выведи от милик. Переводи, Сэнджикс. Прям в трусы. Беги, не останавливайся. Трусы. РДшники все к квадратику сместились. Играем по зеленому. Сбежитесь под концом. Сразу не сбегайтесь после того, как оттолкнет. Сразу не сбегайтесь. Ждем выбора цели. Сбежались к Марсезам. Нажми массейв, Сэнджикс. И Саня, Сосуны. Все. Переводите босс. Воу по себе и нарзалей, Паша по шанишке. И Паша не отлетай так. Ты сейчас отлетел в маквайпе. А еще даже красного не выпустил. Сэнс, как поймаешь его, Даш? Красный поймает, сразу свечаются. Миленькие. А его нет же. Как подведут. Сейчас будет красный. Как появится, я же сказал. Пельмени, перебежали быстрее! Сэнджикс никогда так не веди. Стену поставь, да, всегда к стенке веди.
Сейчас будет красный. Ну отведи, Саша, что ты стоишь? Вам под бабом подойди, паладин какой-нибудь взорви. Блять. Будешь под бабом. Дай БР. Вы перебежали. БР по апокалипсису Лоу, а Паша по Барменделю. По красному Войд побежал. По красному РДшнике играем. Ребафните Барменделя. Вставать? Паш, да, вставай. Ребафните Барменделя, Апокала обоих. Мелики тоже по-красному играете. Смотрите, появились колбы. Сэнджикс хуёвый колбы скидываешь, надо научить. Нормально. Разбежались, разбежались. Отводи от колб, блядь. Пожалуйста, отводи сразу. А кто взрывает ты? Вы дубы нахуй, они по таймеру взрываются сами. Мелики убежали в РДД. Все в кучку. Все, можете сбегаться сразу. Идите бейте, мелик, потихонечку. Сейчас сразу не сбегайте, ждете, пока выберется цель. Бетик встанешь потом. Ждете, пока выберется цель. Под конец самый. Сбежались. И смотрите, в нас пельмени летят. Добьем, сразу отбегайте. Туда пельмени летят. Там, где были. Бетик есть встать? Да. Вставай. Ловите Бетика. Прохиливайте его сразу. Ребаф, лужа полетела в РДД, в квадратик летит. Смотрите, да. Сенджикс по таймеру, выводи в стенку прям туда и разворачивайся. Войд побежал, играем по красному РДшнику. Веди прям в профу. Пельмени летят в квадрат, смотрите аккуратно. Мелики тоже по красному играем. Сейчас более-менее, молодец. РДшники уже рассредоточились, квадрат, ромбик, луна. Отведи ближе. Смотрите, лужа. Блядь, ну отводи от колб, ёбаный в рот. Трусам веди. И летят опять. Куда? Сенджикс, просьба, просто нон-стоп бегаешь, вот, ничего не ждешь. Нон-стоп бегаешь, блядь, если надо. Потом сразу не сбегаете, ждете, пока выберется цель. И под самый конец цели. Стоим все на месте. Уводи, сейчас бомбу буду. Стенку веди, веди стенку. Если там разлил, веди в стенку, не веди в РДД зону. Убежали. Так, сейчас будем свечиться в начале в красного. Все по профу стопнули. Красный появился, ждем выбора цели, все идут по красному бить. Отроцы уж Паша побежал. Убиваем быстро красного, переводим на третью фазу. Первый начинает танчить госпожа. РДДшники на себя ромбик поставлю, бегаете за ромбиком. Бейте кто-то со мной профа один. Тут один бейте со мной профа. Все, переводим РДшники профа. Хватает времени перевести. 8 секунд. Колбы. Выключили. Колбы летят пельмени еще. Молодцы. Женя, лови босса, СС закастуйте. Паша, иннер закинь Сасуна. В какую сторону вести? Налево, направо? Первый кто видит? Давай по часовой. Давай по часовой, Женя. Все РДшники в ром сразу. Где продать? Да. Лужа полетела в РДД одна. Сместили ее за край лужи стоит. Кто первый был? Пельмени. Отбегаем от пельменей и отдает первых лево. По моей госпоже. Если пельмени летят в нас, отбежали от пельменей и вернулись потом на место, когда они приземлятся, чтобы лужи... 4 стака. Отбежали, отбежали, отбежали. Клево, отдай и этот диван по госпоже. Клево. Вернулись к ромбику. Вставай. Бомба. Лужа полетела, отбежали. Вот опять, чё вы там стояли, чё вы к краю не подбежали, к той луже? Вы могли лучше разбить. Еще одну геру дайте, до клево. Что, давай я тогда следующее дам. Давай, отбежали пельмени. И вернулись хуже близко. Стоим. Не стойте на пути миликов. Ну, блядь, не будем убивать боссов, ребят. Мог бы 5. А, не скинул еще, не скинул. Скинул. Вот, летят хорошо лужи сейчас прилетели. Есть тоже у края лужи стали.
Пельмени летят. И опять вернулись к краю ужин. Макс, если в тебя лужа прилетит, сейчас типа похуй, ну. Если не хватало урона, было пиздец. Упало? Пояс. Нет. Где ты? Да я это сам забираю. Все, Андрюха, перезаходи тогда. Не позволю. Я тебе почти все скинул. Слушайте, ребят, подскажите, пожалуйста, у меня сейчас вот я не видел в своих дебафах, в фейбафах сброс бабла. Пару этих убрал, сразу появилось. Что за хуйня? Просто типа не хватает места. А там да, там типа есть ограничение какое-то. Блять. Женька, просто сделай макрос, значит, и все, он начинается диван. Все. Сейчас будет бипешить мод. Сенджикс, там, короче, колбы первые неправильно, а потом правильно показывается. Да, в кассу такой. Марухич зашел. Так. Ну, без разницы. Вадим, надо какие-то шмотки стреляют. Тех боссов двух. Сейчас идем. Лана, этот. Лана и принцы. Тебе надо уйти, Саня? Погулять с собакой или что? Если надо, то говори быстрее. Есть хилы с отрядом, ребят? Я хочу пойти попить. Ребят, хилы есть, волы вижу хилы. Я подбежал. Я не добежал уже, не могу. Я сейчас за угол зайду, сейчас пусть прибежит, давай мобы. Парментарь стоит, они все, да, все, все здесь, иди. Вадим, Марухич тут? Да, мне ничего не надо. Топ-хайп надо что-то с босса этого. Хотя уже КД все равно есть. С фринцов. Окей, тогда зайдешь. Уступите ему. Вон, Бетик, Саня, тебе ж ничего не надо было, да? Да, Кашка, забирай тех дальних. Я их держу, ведите сюда. Вон. Не надо перетаунить. Так, какая тебе на ИПш. На ИПш шмот. По черепу играйте. Я могу уступить. Ну, уступи. Давай. 24 хила. Сейчас только этот хил. Стэк дохит. Поставьте сразу шкаф. Саня, сейчас портит с долларом. Одни сами, блядь, в рейде. Больше, чем ДКшек. Где же порт Дора? Поставьте шкаф. Куда улетел? Кто-то еще. Ты же мне поставил. Тыкните. Я не я поставил. Так я же там место уступил. Принимай суп. Не, так хочешь уступай, и ты, я Марухича возьму. Ну что тогда я... Давай! Тебе, да? Нет, быстрее только, не тупи. Бетик. Ну все, я уже лопнулся. Марухича еще сам. Там сука. Нажмите кто-нибудь, кто без этого. Тыкните. Марсес, ты никто не тебя на тихо. Вадим, пришел сам? Нет. Да я рядом с данжем добегу. Заходи тогда. Пусть. Сенджикс на кинесете, Женя на двух мобах. На Чмыга. Чмыга, Сенку.
Рианти на подсейве тоже, и давай ему бой на этих, на мобах. Ты на мобах будешь? Да, видишь, не все еще здесь. Блядь, ушел бы я нахуй, точно прозволили бы. Ну, волю я без себя спокойно могу ролить. Я сейчас ночей не дам. Блядь, нахуй мне твоя воля, мне ступни нужны. Сейчас, дружи мне тоже. Блядь, я курить хочу, когда перекур у нас будет? После вечера. Вот сейчас убьем принцов, у тебя будет время, пока мы чистенько даже давали. Пойти покурить. Поняли, я первый забил. Все, поздно. Надо реально делать канал, чтобы покурить. Расписание в рейде на перекуры, да, бля? Так, это на присутствие, на ИП шить шмот. Воу, Фолок, Рианти. Рианти тут. Значит, здесь. Всё. ОС. Бисовый. Ну, почти. Почему я народ? 10 Будреван, 100 Топ Хайп. 1000 макс. Раз, два, три. Кинешь обмен. Этот, отними войт. Макс, кинешь обмен. Ступни. 10 я подал. Сразу, блядь. Раз. А эти, кроме меня, тренингами не нужны. Так, а покалывать тебе не надо? А, там альды. Ах ты, блядь. Ах ты, короче. Я тебя запомню. Девчонка. Ничего не имеет против. Два. А пока Ваня, пиши быстрее, если не пишешь. Три. Рода-да. Кидай мне на потом. А можно было за 10? Модель 500, модель 500 поставил, он потом мне ПМ написал. Кто, блядь? Значит, 500. Альделит. Кто? Подожди. Альделит 500 ставил. Давай, короче, не въебайся, а покал. Вот вам, блядь. Щебайте нахуй. 600. Аня, раз, 600. Два, три. Кидай мне. Это надо же было, а. Так апокалы ты не будешь забирать? Не, не буду. Во-первых, у меня на апокалы нету ЕП, там много вас. Я спросил, вот человек. Тут Макс кинь обмен. Так кого на трэше дальше и пошить? Сейчас босс. Да, сейчас будем на трэше. Сценку 10 раз. Ну, последняя шмотка. Два. У Фолла засмонить надо? Три. Санку кидай мне. Воля долго будет епешиться. Заебал ты. Перед ванной заепешим. Тут три человека ее будут епешить. Тут сразу на лыж пойдумимся. Дайте рыбку, пожалуйста. Сейчас поставим. Воля уйдет быстрее, чем сапоги. Так, первый сейф отдаст госпожа, моя госпожа. Это на вихрь. На второй сейф Сасуна и Сэндис. Кушайте рыбку. Тут, блядь, паладинов дохуя на апокалы идут. Готовность. Рианти и Войд сейчас полетели. На пулы в этого, мою госпожу. Сорвали, это здорово. Я скину. Разбежались. Массейф нажми, Женя.
блядь, Саня нажал. Ну ладно. Следующий Сенджикс ты. Геру дали. Налетай, отошли. Отведи. Все, вылетим. Отведи немножко, Жень. Да. Не туда. Летать мелики будет. Сальву помогу, закиньте определенно. Барменталь. Да, что меня притянуло? Вот, верни. Сейчас верну. Смотрите, без АУЕ. Сам серки стоят вместе. Аккуратно. Не пойду, точечно. Да, можешь не идти. Сверки забери или штуки тут. Сенджикса похитите. Можете его зубы Мендри закинуть в Сенджикса. Так. Смотрите, сзади за РДДшниками. Сейчас улетишь, Гламур. Гламур, сейчас улетишь. Молодец. Камеру покрутить. Забери. Деньги. Саня, если откатился сейф, отдашь. Когда будет ситуация. Сука. Сбежали. Катушка. ДС. Да, надо себе ДС пиздить. Не, сегодня, кстати, неплохой лут выпал. Епаш. Сейчас будем епаш. Че? Да, можешь отойти. Какой плащ на танка. Куда я первый занял очередь, ебать, съебаться? Это не тот человек. Все, короче, тихо. 15. Я если чуть после апокала отойду, там на минуту. Лучше иди вместе с ним. То он... Пошли. Два человека. Давай руку, пошли вниз. Детский сад. Так. Ну на тебе уже волю. Фиговайс 8.4. Раз, два, три. Сука. Дима, раз, два, 9300 раз, 9300, давай еще, да. Раз, я посчитаю, два. Че, ханты, это проклятие, да? А можно кредит? Дима, если ты, сука, уйдешь из гильдии, блять, я эту волю пылить буду, нахуй. В смысле, два хантов не будет, и тогда, как только кого делать? Кинь обмен, Дима. Сейчас осталось зов выбить и заебись будет. Ладно, давайте по факту. Ханту надо скорость? Да. Крит надо? Ну, да. Нормально заходит скорость. А если сравнить ее с чешкой? Что хуже? Да. Чешка лучше. Да. Да. Короче, человек сролил. Да все, я просто, ну, заебал. Не выебывайся. Да заебись, воля ханту, блядь. Не, воля ханту, хант единственный, один из моих классов, воля заебись. Я хочу сейчас город слет и сердолики поменять. Кто РПБ собирает, всем заебись. Не, давай, Дима, когда мы трэш пойдем чистить, пока можешь... А то сейчас мы босс идем просто. Я уже... Просто босс не взял.
Че тут? Андрюха, прикинь, не я сролил. А че вы сразу кого? Не могли узнать у Ханта? Волю. А кто? Хант. Ботинки Клева, те, которые нужны идти. Блять, на волю не успел, сука. 10 Клева, раз, два, прикинешь обмен. Сейчас, дальше. Может быть, кому-то этот лук нужен. Ну, вряд ли, но возможно. Раз, как два, три, никому не надо. Дальше. Левая рука. Мейнов. Раз, два, три, раз, никому не два. Надо. Марухич, 10 кидай. О, а я же раз не ходил на этом, да ебать, вечерку полтора. Короче, Андрюха, это, а ты не думал взять себе вот эту палку с Талгарода? Там 1700 белого урона почти, да? Не, хуйня, ты шо? Она хуже всего. Из-за чего? Из-за скорости. Руник бьет от скорости пули. Мало руников, нет ДПС. Руник хуярит от скорости пухи. Чем меньше руника, тем меньше ДПС. Ну так одна ручка один нахуй. Ну блять. Можно. 1.6. Кинжалы одеваем, блядь. Блять, кинжалы. Нет, так все равно один будет. Ну типа, мне просто интересно, у тебя ж ну от белого урона скалируются все скиллы, типа, ну правильно? Ну руник на первом месте. А так быть, блядь, на втором, на третьем. В смысле? Ну так ты на 12 месте по ДПС, а так вот на третьем. Если так и было, сейчас бы все ДК ходили бы в полоразка пуга, правильно? А сейчас там никто не... Все ДК не шарят, а ты... Понял, понял. Скачаешь такое, одеваешь. С кинжалами буду ходить. Мне сейчас воля прокнула на 600 ловкости. Понятно. Ебать, сколько крита, да, дикий? Это смотри, она прокнула, это последний раз. Все разбудут на хосту пробовать. Так, все, пока мистер Бон приходит, сейчас чуть-чуть еще паролим шмота. Лидера он давай. Точно не нужен. Лидера не дам. Ну, лутера. Плащик танковский. Сенджер по мейну 10 раз. Да, ну. 2, 3 кидай обмен. Ромбику. Так, напоминаю по сейвам Сенджикс, давай Сацуне, нет, Сацуне, на вторую нажмешь бабл. Сенджикс и госпожа, по сейвам на первую взлетку, и на тьму нажмешь Фобус. Сацуне на... Так, Сацуне Фобус. На вторую взлетку. Фобуса нет, Фобуса нет. А, тогда не Фобус, Клео, иди забери тьму и нажмешь на первую взлетку тьму. Также... На первую, на вторую взлетку Сацуны отдает и Войд, Шанишка, Мэндри, три этих, два, три гимна. Рианти ты тоже на первую отдаешь. На вторую, короче, Войд, Шанишка, Мэндри, Сацуны, на первую госпожа, Сенджикс и Рианти. Массей. Все, этот, мистер Бонд пришел. Никто не умирал. Крест и квадрат не занимаем, напоминаю. Ищите место, кто может подхиливать. Подхиливает, да, и свои сейвы тоже не жалеем. Сейчас подожди. Готовность. Бегите только вместе с Энджикс и Киби. Да, Андрей, я не вижу чат, потом посмотрю. Не, не давал. Сам отдашь себе. Все, все здесь, припоты на первой секунде. Сейчас кто запулит раньше, получит 10 рублей. Гуляем. Бы выше веди, выше, выше, Сэндрикс. Прям в самый верх, в самую стенку веди. Еще веди. Бежали. Макс, укусишь меня тогда. Я пока лав кресту, ты... Да, слева в кресту, а ты легалай за... А меня можно выпасать, я же топ 13, блядь. Тогда троцился, я согласен. Ломот. ПС-ку закидывай сейчас по Будревану, Мэндри. По КД. С фактом сразу двигайтесь, не ждите, пожалуйста. Тени через 8 секунд.
Лоу по себе инер задержка какая-то. Мендри. Ваша по Сацуне. Мендри, выбеги. Мендри, хорошо. Чуть правее на всякий случай. Мендри, прохильте. Вкусно. Тени через 5 секунд. Это ДКшка, смотри, ты сейчас убегаешь вправо, как сейчас стоим с тобой, я отбегу влево. Альделит, Аня, выбеги. Андрюха, залей инер по шинишке. Так, на следующие тени, Мендри, закидываешь зубы, которые будут. Я скажу не. 8 секунд. Разбежались все, все идите ищите место себя. В лужи не бегите. Закидывай зубы и почмыга. Чмыга, выбеги. Чмыгу БР, лоу. Встанешь, Дима, когда скажу. Эма, дал. После этой хуйни. Молодец. Готовься, шанишка, Мендри, шанишка и Марухич ловить. Вы, вставай, Дима, ловите его. Мне никто не дал бы. А, воу, ладно. Андрей, дай ты БР тогда. Сбежались, с пактом. Тени через секунду, главное вынести. ММБ. ММБ выбеги. Так, Андрей дал БР? Все, без случая, ну, окей. Войд, закастуй Дим на ману. Вставай. Чего летел, пишет. Это пишет. Вставай, вставай, ты снизу, вставай быстрее. Похиливайте. С пактом подвигайтесь. Кто вылетел? Марухич. Придется попотеть тогда. Шаман сильно хилит. Тени через 3 секунды. Сразу с пактом двигайтесь, потому что давай просто у спавшего выбегаем. За ним кто-то побежите? Или кто-то там? Гимн на ману. Рианти закастуй. Так, Рианти отдавал. Все, прохиливайте. Рианти закастуй гимн на ману тоже. Меня уронили. Меня уронили. БР. Госпожу. По госпоже, дай, Андрей. Тротил с Паша. По Сацуне Лоу отдай. Лоу отдай. На ХП даю. На ХП даю. По Сацуне отдал этот. Возложение. Убежали, убежали. Короче, тут пиздец, походу, лесайтесь как можете. Хильтесь, разбегитесь только. Вадим, хил, живой, зайдите в лужу. Вадим, зайдешь или нет? Да диван, если есть кому-нибудь. Или СС, Сенку, закастуй СС. Диван дал, покопал. Да я в диване покопал. Сейчас от зеркала сдохнет и спак там. Иди сдохни, в лужу зайдите, быстрее. Быстрее сдохни, ему бой. Сейчас упадет в диване упадет. Так уже упал. Дурные. Все. Вадим, ты зайдешь, да нет, напиши там что-нибудь. Не спорь. Свет опять вырубили, да? Стрели, заходи, значит, ты. Пойдешь до конца. Угу. Сразу шкаф поставили тогда. Бля, Линка, найди, пожалуйста, еще раз укусы. Я заебался прописывать, почему он слетает каждый раз, нахуй, ебану буду. У кого не забагался этот? Слушай, я никогда ничего не пишу, у меня укус. Я тоже не пишу, у меня тоже показывает справа. Чуть-чуть такая маленькая красная. Вот, я тоже не. Короче, нет, мне на Вуду надо, а не справа на персонажа. Чтоб я всех видел, понимаешь? Давайте. Так у меня тоже в Вуду. Или ты имеешь в виду, чтобы весь фрейм подсвечивался?
Тогда у меня вот это, типа, когда я пропишу, тогда видно, когда не прописано, короче, это, не видно, у меня это пиздец. У некоторых персонажей работает, у некоторых нет, это жопа. Пожалуйста. Все, по сейвам все то же самое. Сейчас орел. Да, давай, говори. Ладно, я орел пропишу, да-да, но это никто не линкует. Минута. Давай пока дальше шмот твои пашем, нет, который тебе не нужен, Лукаша. Ботинки эти. Вряд ли кому-то нужны. Раз, ну, на кого-нибудь каличного хапала, может быть. Раз, два, три. Женя кидает. Я сейчас заберу, ты отдашь. Будет на минусе. А я тебя не вижу, блядь, на темноте сталкивать огромный. Ромбик на мне стоит. Кулак ромбик. Ты шмотку не положил. А, я не могу тебе их отдать, у тебя не было. Вернее. Все, готовность на пол. Чего не хватает? Кулак рогом. И катану тоже кулак. А, дайте, и я проебался, сейчас бафну. Руку, лицо должно, блядь. Да что, стреля? Дай масло. Дякую. Обмен, от колбасы. Ты можешь брать сам. Кого? Обмен, дай. Да. Ну. Спасибо. Барменталь стрелял фолок. Что там, Фости? Все, готов. Андрей тут? Да. Да, 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 тут. Кушай рыбу быстрее. Тут. Так рыбу нажимай кушать. Вон стоит. Да мне просто, ну я не знаю, коробит, когда я не вижу эту хуйню. Все, нажимаю, готовьтесь, блядь. Антон, ты, кстати, потом в Будрайвена можешь на пол кидать. Я кидаю. Да, он заберет первый раз Сашечку. Веди, веди вверх. Жаль. Макс, я тогда тебя укушу и все то же самое по укусу. Ань, крикни, пожалуйста, в ХП. Тени через 7 секунд. Если есть ПС-ка, закинь Мэндри по мне. Топ-хайп. Ват. Так, Вол, в себя Инер заливай, уфолок шанишку. Этот, Паша, Мэндри, давай. Тени через 3 секунды приготовились. Отрочный Паш. Угустите Паша. А пока у крест, давай, Будреван и Троциус. Квадрат. Тени Будреван выбежал. Мне сказали этого Паша пустить. Да, Паша, ты в квадрате с Будрайвеном встречаешься. Все, выбегайте. Сейчас в кого-то закидывают тени. Поэтому закидываешь зубы. Стреля побежал. Стреля зубу. Зубы. Смотрите, он в центре разольет. Аккуратно, там будет квадрат заслан. А освободи крест. Куда бежишь? Все, держите рейндж. Мэндри отдавает. Потом как сбежимся... Нажмешь гимн на ману, то только после пакта. Слава. Сбежались. Тени через 3 секунды.
Сейчас, Вава, можешь не ехать. Хорошо, красавчик. Лео. Лео выбежал. Дальше Лиговай за укушен. Не, мистер Бонда. Эм обои укушен, нет? Нет. Я Войда просто... можете укусить, он будет в своей пати хилить. Ладно, давай я Войда тогда. Дает укусы. Тени через 3 секунды. Андрей, как откатится, Андрей. Мэндр, выбеги. Как откатится Эйнер, у Ола зальешь. Меня укусили. Бонд не укушен. Вова зальешь Эйнер по Сацуне. И Паша зальешь Эйнер по стреле. Все, тени. Бревальда. Выбежал. Все, идите все места ищите. Разбежались. Заранее. Разбежались. Эмобоя, смотрите, дисплейте. Там сейчас лужу забьют. И рендж держите. Это может подхиливаться. 3 креста дают этот сейф и сосон вместе с ним. Воу, и на что по сацону зальешь. Сбежались. Так, сейчас будут тени и укусы. Если даже на вас укус, лучше выбегите. Барметаль выбежал, Барметаль. Хорошо, красавчик. Сегодня красиво. А пока... Я поймал. Я пошел. И сразу меня. И сразу БР по нему упал. Так, Мэндри, нажми Иннер, не Миннер, Гимн, а на маме. Хорошо. Отбиваем. Вот, беги, Слава. Пиздец, легко. По всем нахуй тыкал, блядь. Уже и по хилам, блядь. Да понятно, понятно. Минус пока удачи. Ну куда-то не дотыкал, походу, блядь. Все, походу, сзади меня вот. Стоят. По-быстрому город сыкать. Саня, зайду на ханта, ладно? Барменталь, чисто да. По всем хуярил, блядь. А тебе шмотки там больше никакие не нужны? Мне на руку вообще есть. Отсюда ничего не надо. Все, хорошо, конечно, иди. Побежим, я быстренько, секунду в туалет. Так, и пешим тогда дальше шмотки, которые мне нужны. Ну, в принципе, эту шею, которая выпала. 250. Шея. Для этого больного Финкельштейна. 10 оф. Смотри, Паш, сейчас валик шкуни загрел. Играем по черепу. Сэнджикс дашь первый. Можно пулять. Нормально здесь лезть, пулять. Самонете меня, пожалуйста. Кстати, волю ханта прокает на крит, ловкость и на скорости нет. Дай сейв, Сэнджикс. Я это улетел, суманите, пожалуйста, ну как будет время. Слава 10 минусов. Там у Фола 5 нему. А, все, молодцы. Дальше по черепу. Марсе, самобой. Бля, ну так вообще охуенно, если на скорость не прокает. Крит, все, что нужно. 500 крита, 600 ловкости или 1200 апа. И вы еще нам не даете. Да, это просто вот, это только РТ, ну, типа, вот этот рейд, и все. Все остальные разы будут просто. Не, так без разницы, любой прок из этого прокает, все охеренно ханту идет.
Давай я подъебываю. По левой стороне, идите пуляйте, по левой. Играем по черепу. Здесь никто не сдох. Бля, зачем эту? Отведи Сенджикс в бабу, которая вторая прибежала. Крест. Она сейчас его ешку будет кастовать. Звездопад рулит, блядь. Причем я звездопад уже нажал, когда она побежала сюда. Да нет, там сейчас уже задние еще пришли. Череп. Играйте. Крестом еще чуть рейда выведи, а то он уешь. Заберите, там одна уфолога ковыряет. Звездочка. Ладно, мы его забили. Потом двух дальних сводите, играем по черепу. На уешь. Сама это будет время. Сейчас дочистим до конца. Да. Это ты возле АУКу купи мне память. Это, сегодня... Кого сегодня купить? Тюрьма Толгорода 10-25 у нас дальше. Да. А потом... СЛК 10 хм. Буду собирать еще. Кого купить? Камень СПД Крип. Оранжевый, я тебе отдам сейчас. Это какого он цвета, блять? Оранжевый, какого цвета? БКшный, ЛКшный. Играем по черепу, Сенджикс, пуляй через крайнюю бабу. Левую. СПД Крип? Да. Хуя, 700 голды, блять. Купил. Один? Да. Все. Заберите, заберите, заберите. Морозим. Кто упал, сам можете бежать. Быстрее будет. Там у вас есть. Так, а где катушка? Ты уже говорили, катушка выпала или не выпала? Протролли. Блять. Да, мы в тюрьму 25 пойдем дальше. А там какой-то МЛ падает? Точно такой же, там просто больше шмоток падает. А печенье? Не больше? Печенье? По-моему, одна тоже. Ну, я там шмот сразу говорю, буду распределять. Там шмот сейчас очень важен для гильдии. А типа не ПП? Не ПП будет, будете получать за то, что пойдете, а шмот. Нет, я имею в виду шмот. Да. Что да? Ну да, ну, буду распределять. Буду смотреть, кому больше профита, вон спрашивать. Там есть прям сейчас дети и так далее. То есть, допустим, чарка какая-то на ДКшника, он ты пока увидит, к примеру. Если у вас прямо сейчас будет заменить, то ну, тот будет приоритете. Ну а пока он надо давать, на первом месте. А я на 11-м. Честно, я с тобой согласен. Да конечно, у него чешка, блядь, но естественно шмот лучшего чела. Чел. Ну блядь, вдруг и не на 11-м же месте, ё-моё. Да блядь, что-то не то пошло. Проста ну, делай. Кильки не может. Так она один хуй ну, не действует в роды. Типа, нафиг. Делаем хулик. Она везде работает, в том-то и дело. Она сейчас везде работает, чарки. А. Встань, попробуйте застанить ее паладиной и пофиряй. Вроде не сейчас, вроде бы уже в разработке. Уже сейчас. У Егора вчера уже хуярил стрелка у нас. Работает там сейчас. Геру дайте. Там... Дайте Геру кто-нибудь, один на это. Все, отлично. Там люди, которые падали без Геры, их быстрее убьют. Так, барментальчик прыгает тоже в этого в хп вашу быстро. Как эти чарки получить? Они в тюрьме падают?
конечно. Они рандомно. Они рандомно кастуются на любого. Что там рандом? Ну какую шмотку на этом. И на любой класс приходит. Да, и там этот есть очень сильные чарки, прям очень сильные. А, то есть ты получаешь шмотку, и тебя там рандомная чарка. Нет, у нас босса рандомный, да. Сразу же. Это как отдельная шмотка, он спрашивает. Не заходите туда, не заходите туда. Не заходите, не заходите, не заходите. Там Войт подсказал и оказался прав. Сацуна, ну нахуя ты бежишь-то? Бейте еще одного. Тоже не заходите. Не, ну так там пиздец, посмотри просто. Я о чем говорю, там есть шмотки прям сильно усилищие наши рейды. Так что, 25-ку тюрьму открыли? Или 10? Была всегда открыта. А че, мне никто никогда, мы не ходили? Ты сегодня увидишь, почему мы туда не ходили. Мы ходим постоянно туда. Мы в 10-ку, ну такая про 25-ку. Медведь, ну уже... Сейчас это было актуально до тех пор, пока не стали чарки, типа, по всему миру. Все, ставь шкаф, ставь шкаф, ставь мобой там или этот сценку. Вот оно что. Да. Прикольно. На ДК, ДК чарка, да? Там не будет рандомная чарка на рандомный класс. А пет нужен? Да, пет нужен, Димон, доставай, конечно же. Ты такой вопрос даже не спрашивай, конечно. Кого знает, может, новые тактики у вас? Нет. Давай. Кому там нужен был камень? Обмен, кидайте мне. Шанишка, принимай сумму. Ну, сучара, дай сегодня хотя бы кольцо ебаное. Так, госпожа, значит, слева, Сенджик справа, Баргаментали летают. Когда попросят у тебя Сацуне ПС-ку, Мендри, закинешь по Сацуне ПС-ку, но ни на кого не закидывай. Все равно сейчас сапроты будем пить. Кому камень нужен был? А пока в обмен. Так, не пуляйте, пока сейчас я приму. Ламору. Ламору. Да, сейчас. А не тебе, блядь.